дамы и господа, я Денис Новодворцев, и я капитан этой герметично запаянной непротекающей штуковины, на которой мы с вами полетим и из которой нам с вами некоторое время еще не выбраться. А что, невесомость на меня на одного действует? Ладно. Перед взлетом прошу вас выключить мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые могут помешать работе моего кардиостимулятора. А сегодня аквариум пустой? Как пустой? Нет, он не пустой. Там Петруша. А с ним все в порядке? Это рыба Муму. Она обладает редчайшей способностью, так сказать, к перевоплощению. Так, может, вам коньячку? Ну, для Петруши. Вы знаете, я просил вашу стюардессу принести для него, но она мне заявила, что этот рейс почему-то безалкогольный. Не могу поверить. Член моего экипажа отказал в помощи несчастному животному. Я прошу вас, не надо скандала. Я не люблю, я не скандальный человек. Она будет немедленно уволена. Я обойдусь водой, буквально. Мне хватит воды. За что? Ну, за то, что вы угрожаете безопасности полета. Не надо, пожалуйста. Она так обворожительна, что я совершенно забыл, куда мы летим. Счастливого полета, друзья! Дали ему 50 грамм. Слушай, я опять накосячил, да? Алкоголь на борту противоречит правилам компании, но я никому не скажу. Да нет, я не про это, я про Варю. Про предложение. Я собирался, но просто... Я не знаю, надо было, наверное... Ну, как-то определиться сначала. Хорошо, что это случилось вот сейчас и вот так. Твоя двойная жизнь, она все равно не могла быть вечной. Осталось только с экскурсиями завязать. Бедная Ева. Для нее это будет удар. Да. Потерь такого верного мужчины – это страшная трагедия. Карта проверок перед полетом выполнена. Я не понимаю, как ты можешь быть такой бесчувственной? А что ты ждешь от меня? Нет, вот если бы я у тебя любила много лет, ждала чего-то, надеялась, вот тогда понятно. А так, переживет. Башня, Браво 7705. Разрешите руление? Руление разрешаю. Ладно, осталось только решиться и сказать правду. Давайте доплетим. Вас поняли. Не целуешь? Прости. Че, меня забыл, что ли? Да нет. Что ты? А я только о тебе и думаю. Вот вожу китайцев по Эрмитажу и думаю, как же ты там в своем небе. Думаю про твои самолеты. Ведь в небе все что угодно может случиться. Ну да. Ты хоть вспоминал меня? Ну, конечно. Конечно. Все время. Очень много. Честно-честно? Угу. А что у тебя лицо такое?
Серьезная. Ты что, не рад меня видеть? Да нет, почему? Ха. Не, ну если ты не рад, ты мне так и скажи. Эй. Да не, я пойму все. Ты не рад? Я очень, очень рад. Правда? Конечно. Я так и знала. Тогда пойдем быстрее. Ева, подожди, мне надо с тобой поговорить. Куда ты меня тащишь? Нет, подожди, подожди. Дядя Никифор через час уже концы отдаст. А что с ним? Он болен? Что? Музей закрывает. Да мне на роду было написано быть с пилотом. Ты знаешь, сколько совпадений? Начнем с того, что мою маму зачали, как ты думаешь, где? В аэропорту. Да? Во время задержки рейса у бабушки там что-то срослось с транзитным пассажиром. Ев, послушай меня. Едем дальше. Моя родная тетка работала в аэропорту. Каком? Правильно, Пулково. Ев, послушай меня одну минуту, пожалуйста. Подожди, подожди. Моя мама и папа познакомились на улице какой? Ну, откуда я знаю? Летчика Пилютова. Как тебе это совпадение? Ев, пожалуйста, помолчи одну секунду, я правда должен тебе сказать. Нет, подожди, подожди, я тебе не сказала самого главного. Теперь мы с тобой угадываем фамилию того самого дяди Никифора, к которому мы идем. Откуда я знаю? Какое это имеет значение? Правильно. Планер. Вот, кстати, мы пришли, это его посудина. А что ты хотел сказать? Ев, послушай, правда, это очень важно. Я с самого первого дня это знала. Никифор! Ев! Стоп, машина! Кто такой? Дядя Никифор. Здрасте, здрасте. Это мой жених, Денис. Он, кстати, тоже капитан. Капитан? Какого судна? Нет, воздушного. Ну, подожди, подожди, дядя Никифор. Ну, ты же обещал нам помочь. Денис меня знаешь, как любит. Да. Правда, правда. Погоди, Ева, а чем, как помочь? Ну, как чем? Он же капитан. А по морским законам что? Он может поженить нас на территории судна без всякого ЗАГСа. Здорово, правда? Да. Да, здорово, конечно, просто это же и не судно, это так, ну, музей подводный, разве? Да какая разница, дядя Никифор вахтенный, он имеет право. Правда любишь, что ли? Нет, конечно, просто... Да. Вот кольцо, еще мой дед делал. Своими клешнями. Потом батя таскал, потом я. Ну, а теперь принимай вахту. Специально для Иваньки берегли. Спасибо. Спасибо. Для меня огромная честь. Я понимаю, что вы, ну, не каждый может дарить такую прекрасную вещь. Просто, Ев, я боюсь... Не бойся ничего. Я согласна. Горько! В отпуск или по работе? Видно, что не местная, да. А я Сергей. Аня. Очень приятно. Извините за нескромный вопрос, а вы одна здесь? Ну, Ань. В общем-то, да. Ну. Меня посадят. Пошли. Я... Извините. Извините. Погоди. Что случилось-то? Все, меня посадят за двоеженство. Как же это меня так угораздило?
Главное, само как-то получилось. Два города, две невесты. Какая проблема? Переведись на другую авиакомпанию, ну, какую-нибудь арабскую, например. У них там многоженство в порядке вещей. Ань, я серьезно. Что делать-то? Ну, сам-то ты как думаешь? Я не знаю, я думаю, надо отменять, ну, по крайней мере, одну из свадеб. О, здравая мысль. А какую? Я не знаю. Монетку подбрось. Я не представляю, что будет, когда я ей скажу. Эй, можно тебя? Кому? Варе или Еве? Какая разница? Есть монетка. Можно монетку. Сейчас посмотрим. Быть погребенным у Подарфа или утонуть в канале. Небольшая. А? Спасибо. Ты серьезно вот сейчас, да? Ты свою судьбу 5-рублевке доверишь? А что, 10 рублей понадежнее? Командир, слышь, когда садиться будем в следующий раз, ты монетку подкинь, шасси выпускать или так нормально? Ну, я знаю, кто мне поможет. Тот, кто знает про женщин все. Пошли, 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 пошли. Синхрон, синхрон, Губина! Синхрон, выбивайся! Так, пошли, пошли, дружненько. Анечка, как приятно вас видеть. Здравствуйте. Я очень рада. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, привет. Чё ты такой мрачный? Пап, я влип. Работаем глубоко? Марианская впадина. О. Пап, я предложение сделал. Поздравляю. Да нет, пап, я сделал предложение я. Работаем, работаем еще раз ту же связку. Что, не той? Я скорее не могу разобраться, кто из них та. А, ты сделал предложение в темноте, я понял. Пап, я серьезно, я сделал предложение двум разным девушкам. Спинку, Губина, спинку, смотри, спинку-то надо выгибать. Не спать! Показывай твои варианты. Улыбка, Губин, улыбка! Так улыбаться будешь своему жениху. Показывай. Синхрон, 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 синхрон. Так, это сразу не то. Почему? ЦВ. Чего? Центр Вселенной. Папкиной классификации, Варя, ЦВ. Ну, сейчас я вам объясню, Анечка. Все видно по фотографии, все видно. Смотрите, самомнение. Чувствительное, капризное, ненадежное, склонное к депрессиям. Нет, это максимум во второй состав. Максимум. Пап, да какой второй состав? Я же тебе предлагаю мне невесту выбрать, а не кандидата в сборную. Нравится женить. Но когда на тебе из-за сломанного ногтя какого-то все выступление испортят, вот так сейчас мне, Губина. Вот тогда не ной. Ой, пап, ну хорошо. Пап, а это? А, это другое дело. Нет, ну это другое дело. Это ТВ. Да? Ну, тут товарный вагон. Прямолинейная и не умеет работать в команде. Это сразу видно. Трудоспособности куча, а синхронности ноль. И талант есть, вот как у Губины. А синхронности ноль, Губина у тебя, понимаешь? К тому же конфликтно. Вот я бы на твоем месте не рисковал. Ну а как выбрать-то? Нужен третий вариант. Чего? Пап, ну как бы из олимпийского резерва. Понимаешь меня, нет? Я пытаюсь. Ну не надо пытаться, разуй глаза. Глаза разуй, ладно, Губина. Я понял, пока. Счастливо. Такой вырос, переросток такой. Как вам моя Губина? Ага. Да? Ань! Мне тоже нравится. Иду! Счастливо. Ну что, Губина, выгони! Вот допрыгаешься у меня, и выгоню, и все. Умник усилима. Нет, ну вот ты че смеешься? Ну из-за тебя же вся ситуация зашла в тупик. Толя! Толя, не бегай, пожалуйста! Из-за меня, моя дорогая, ситуация стала предельно ясной. Я тебе хотела доказать, что твой Денис козел. Я это сделала, и теперь моя миссия закончена. Толя, вы можете какой-то спокойно найти игру, какой-то, ну не бегать, можете, не знаю. Возьмите пузыри, понадувайте. Мань, давай иди сюда. Мань, иди сюда. Дай ей пузыри. То есть твоя миссия в том, чтобы доказать мне, что Денис козел, да? А ты хочешь сказать, что после того, что он сделал, ты не считаешь Дениса козлом? Нет. Не считаешь его моральным уродом, вообще гадом полным? Это потрясающе. Это невозможно себе представить. Это уму непостижимо. То есть ты до сих пор в него влюблена. Кошмар. Боже мой, я знаю, что делать.
Лиза, ты же понимаешь, что перевести меня в другой экипаж не имеет смысла. Да, это не выход, я уже поняла. Ты сохнешь от тоски по своему прекрасному принцу. У меня есть другой выход. Ты будешь летать со своим Денисом в Петербург до конца дней, пока он тебя не осточертеет, пока ты не поймешь, какая он сволочь. Я никогда этого не пойму. Поймешь. Когда-нибудь ты поймешь. Толя! Толенька, что ты делаешь? Ты хочешь оставить моих детей сиротами, а меня вдовой из-за какого-то дурацкого пузыря? Лиз, ну это сейчас-то что? Аня, когда у тебя будет личный муж, если когда-нибудь вообще в жизни он у тебя будет, тогда о нем и будешь заботиться. Ты не понимаешь, что с его сердцем так нельзя задерживать дыхание? Толя! Прекрасней прошу тебя! Значит, Варя, у тебя Мосгаз? Угу. Любопытно. А Ева, крейсер «Аврора»? Ай, слушай, тебе в детстве не говорили, что копаться в чужих мобильных телефонах нехорошо? Нет, в моем детстве не было мобильных телефонов. А сейчас есть. Вот на них все и палятся. А, слушай, я, ну правда, и так на нервах. Чего ты каркаешь-то все время? Я каркаю? Между прочим, у меня нет двух прекрасных поклонников, за которых я одновременно собираюсь замуж. Нет? Ну и хорошо, но и не лезь тогда не в свое дело. Слушай, я повинуюсь. Ань, ну подожди, ну, Ань, куда ты? Я в гостиницу, я устала, я хочу отдохнуть. Ань, ну подожди, ну извини. Ань, ну не обижайся, слушай, ну наговорил глупостей, ну ты же меня знаешь, ну я же не со злости. Да все у тебя будет прекрасно, ты встретишь прекрасного человека. Нужно просто верить и говорить, это случится сегодня. Твоя дурацкая мантра не работает. Ань, она прекрасно работает. Ну, помнишь, я тогда сказал, и встретил Еву, да? Угу. Просто надо верить. Верить и говорить. Это случится сегодня. Ну. Это случится сегодня. Не, ну ты не веришь. А надо, чтобы ты поверила полностью. Ну, повторяй за мной. Это. Это. Случится. Случится. Сегодня. Ну, ну. Ну. Поворот на 180. Прямо по курсу. Ань, спасибо. Да. Прекрасный рейс, спасибо. И вам спасибо. О, Ева. Привет. Добро пожаловать. Спасибо. А я его встречаю. Думаю, как он там. Думаю, хоть полчасика увидеть. Жду, как дура. Ну? А я чувствовала, что у подожди, тебя что-то есть. Нет, я чувствовала! Тихо. Ева, я тебе сейчас дам Еву! Ева, подожди, я ну ты что? Да ты что? Ну еще раз заеду, когда вообще молчи! Сейчас ты Еву достанешь! Ева, это мой второй пилот! Вторых пилотов так не обнимают! Ева, мы с училища вместе! С училища? Ева, послушай, ты успокойся, пожалуйста! Я сейчас тебе тоже дам, ты молчи! Стоп, хватит! Я ее утешал. Я видела. Я тебе рассказывал про ее двух молодых людей. Ну да. Ну вот. Что? Что? Они ее бросили. Оба. Сразу. Погоди, а ты решила? Ты подумала, что она подумала, что у нас что-то. Ну это бред. Ты что? Посмотри мне в глаза. Я в твоих глазах океан вижу. Я когда в них смотрю, вообще ни о чем думать не могу. Ну что ж такое, я как влюбленная дура теперь. Кто умница? Кто красавица? Я тебе игрушку купила. Ну хорошо, что не конечки. Поразительно. Я в последнее время только в воздухе себя нормально чувствую.
Ева реально палку перегибает. Ты прости, что она на тебя так набросилась. Я тоже понять можно. Прошу. Спасибо. О, спасибо. Как там наш любимый пассажир? Доволен. Спит. Я бы тоже поспал с удовольствием. А рыбки как? Под моим присмотром. Прекрасно. Спасибо, Жан. Слушай, а то, что Ева меня так ревнует, ты считаешь, это нормально? Вполне. Знаешь, я вот не уверена, как бы я отреагировала, если бы застукала тебя с какой-нибудь барышней. Да ладно, ты бы не стала. Да? Ты плохо меня знаешь. Ну, ты же понимаешь, что ревновать ко второму пилоту, ну, это вообще тупость полная. Ну да, я же твой сослуживец. Ну, конечно. Боевой товарищ. Естественно. Свой пацан. Ну да. Это что, опять проблемы с самооценкой? Нет, товарищ командир, никаких проблем. Да у меня вообще куча достоинств. Сам вам нужно обсуждать своих барышень. Можно лупить меня игрушкой, можно орать на меня, наезжать. Ничего я выставлю. Слушай, у тебя-то куча достоинств, а вот у Евы обнаружился один существенный недостаток. Она ревнива, как 100 чертей. Мы же выяснили, что ко мне ревновать смысла нет. А что, если мы устроим Варе проверочку? Итак, на старт, внимание, Маш. Иди сюда. Так, прекрати, я не участвую. Подожди. Ну, ну подыграй. Ну перестань. Ну что? Ну что, ты боишься, что у нее арфы в руках нет? Подожди, подыграй мне. Ну что, тебе трудно, что ли? Отстань, пусти меня. Я сказала, найди кого-нибудь другого. Перестань. Денис, я живой человек. Ань, ты что, обал? О! Варь, привет. Ты ничего только не подумай. Это Аня, мой второй пилот, извините. Ты ничего только не подумай, это второй пилот. У нас между нами ничего не было, просто я ее утешал. Два молодых человека, я тебе рассказывал, один в Питере, другой в Москве. Они ее бросили. Ты серьезно думаешь, что я могу ревновать тебя к ней? Ну, она вроде ничего. Не знаю, я не заметила. Просто я считаю, что ревность – это признак закомплексованного и заурядного ума. Но вот ты же меня никому не ревнуешь. Верно? А что, есть кому? Здесь очень шумно. Идем. Ты была права, он не стоит ни единой моей слезы. Ну, слава богу, наконец-то ты в адеквате. Я столько лет была влюблена в пустое место. Я романтичная, наивная дура! Признание проблем первым шагом на пути к ее решению. А? Толя, нельзя. Коктейль. А второй? Это перестать с ним летать. Пускай женится на ком хочет. Да мне даже 100 лет не нужно. Наконец-то ты одумалась. Наконец-то. Переведешь меня на другой экипаж? Переведу. Но при одном условии. При каком? Я хочу точно знать, что ты разлюбила своего доверчивого романтика. Перевод оформлен, как только у тебя появится поклонник. Я не собираюсь заводить поклонника только ради того, чтобы тебе что-то доказать. Это понятно? Понятно. Ты до сих пор в него влюблена. Мне, наверное, виднее. Так не переживают из-за того, кто безразличен. Значит, условия такие. Ты будешь летать со своим командиром до тех пор, пока у тебя не появится нормальный мужик. Толенька, куда тебе со своей спиной? Толя, что ты делаешь? Коктейль. Ну, конечно, где же еще искать девушку, как не в Дюти-фри? Здорово. Нам пора. Мог бы не искать. Ты что, обиделась, что ли? Слушай, а Варя меня вообще не ревнует. По-твоему, это нормально, а? Не, ну если ревнует, значит, любит. А не ревнует, чё? Денис, слушай, мне надоело, честное слово. Вот тебе нравится, чтобы тебя лупили. Лети в Питер. Нравится слушать бренчание огромной балалайки. Пожалуйста, сиди в Москве. Слушай, это вкусно.
Может, Варе такие купить? Варе не понравится. Еве такое. Этого аромата здесь все равно нет. Слушай, ну, Ева очень переживает. Она просила ее простить. Ну, она проведет тебе бесплатную экскурсию по мостам. Я ее боюсь. Вдруг она меня в Неве утопит. Да заканчивай. Она хочет с тобой познакомиться. Как я счастлива. Ну, там будет огромная вечеринка, туча народу. Найдешь своего единственного и неповторимого. Давай, я тебе помогу найти мужчину твоей мечты, а ты мне сделай правильный выбор. Денис, выбери ту, которую ты по-настоящему любишь. А не обеих люблю. Друг, ну если было так просто, ну я бы не просил тебя о помощи. Угу. Я тебе самолет доверяю. У меня надежнее тебя вообще, по сути, никого нету. Ну, как же мне повезло. Эй, ну я же за меня в ЗАГСе расписываться не прошу. Познакомишься с Евой, выяснишь, что за человек, и то же самое с Варей. Варя, между прочим, меня не приглашала. Ничего, пригласит. Что тебе подарить? М? Давайте я вам помогу. У нас есть прекрасные парные ароматы для него и для нее. Девушка, мы не пара. Извините. Ань, это мой чемодан. Кольцова, ты на часы смотришь? Ты в парикмахерской, что ли, была? Слушай, ты легенду свою помнишь? Или запалишься с поглупости? Та легенда, по которой у тебя в Москве нет невесты? Та легенда, по которой у тебя там мужик и здесь еще один. Это те два мужика, которые сначала меня бросили, потом убили себя, или я какую-то серию пропустила? Нет, ты ничего не пропустила. Угу, как их звали-то? Да какая разница? Аня, Ева. Привет. Ну, впрочем, вы уже знакомы. Ну, да. Ну, ты извини, что там в аэропорту так все вышло. Сама от себя не ожидала. Иногда я была такая ревнивая. Ну, просто превращаюсь в полную дуру. А я заметила. Правда? Ну, слушай, хорошо, что ты пришла. Ты как раз развеешься от своих там душевных переживаний, драм. Мне Денис просто рассказывал. Да, какие переживания? Ну, подумаешь, пара новых любовников, так ничего интересного. Не, ну, ты сначала-то очень переживала. Ну, да, вообще. Ну, да, немного переживала, конечно. Не, ну, потом просто я тебя утешил. И... А, в смысле утешил? Ну, в смысле нашел нужные слова. Знаешь, со мной вообще все сложно. Просто натура такая, и ничего не могу с собой сделать. Вот новый город, новый мужик, все. Его же специально ко мне приставили. Да, чтобы я авиакомпанию не позорила. Понимаю, конечно. Ну, пойдем потанцуем, что ли, а? Тогда коктейль взлетный. Но нужно пить маленькими глоточками в течение всего вечера. Наслаждайтесь. Спасибо. Здорово! Ну как вы? Хорошо. Дин, познакомься, это мой брат Рома. Очень приятно. Очень приятно. Я арт-директор этого фестиваля. А ты знаешь эту девчонку? Это моя Аня. Чего? А? А? Это мой второй пилот. Да ладно, она еще и пилот. Познакомишь? Ты поаккуратней. Это еще та сердцеедка, она только что крутила роман с двумя парнями одновременно. Так это же круто, круто, братцы! Поаккуратней, Рома, я не шучу!
Я Рома. Вау, привет. Отлично, я Аня. Очень приятно, я брат Евы. Слушай, а пойдем по коктейльчику? Да, пойдем. Я пойду их позову. А, да, да, хорошо, я вас жду здесь. Да ты огонь! Ребят, я выпить думаю. Пойдем выпьем. Слушайте, братцы, я все организую. Отлично! Спасибо. Я с тобой. Кольцова, ты что творишь? Я смотрю на Еву. Я наблюдаю за твоей ненаглядной. А мне почему-то кажется, что ты решила соблазнить ее брата. Тебе жалко, что ли? Слушай, ну ладно тебе. Может, я хочу познакомиться со всей семьей. Я же должна понимать, в какие руки я отдаю любимого командира экипажа. Все хорошо? Ром! Четыре! Подожди, пожалуйста. На мой стол! А, скажи мне, а чего они там все время выясняют? Почему они все время вместе? Можешь мне объяснить? Слушай, ну хочешь, я попробую все разузнать? Нет, давай. Я даже могу за ней приударить. Ради меня! Он ведь арт-директор клуба. Ты чё, ты хочешь быть где-то между Машей и Ларисой? А у нас тут тонкий ценитель внутреннего мира. Кольцова, тебя давно не обманывали, а? Новодворцев, ты сам и забрался весь, поэтому тебе кругом мерещатся сплошные лицемеры. Расслабься. Ну что, все готово? Отлично! Айда, вперед! Пока! Так, на кого я похожа? Ну? Маха обнаженная. Ну, не. Слушай, да не знаю, ну, Кустодия, купчиха. Нет, ну. Ты понимаешь, рыба, она как женщина. Никогда не знает, чего она хочет. Сегодня ей подавай червяка, завтра ей, понимаешь, опарыша, а послезавтра и пиявочку она всадит. Да, да, что-то мне как-то не хочется ни первого, ни второго, ни, да, ни третьего. Ты уверена в этом? Чего орешь-то? Тихо. Ну, подсказка. Это девушка, на которой кое-кто обещал жениться и сбежал, пока она спала. Обещал? В смысле? Ну, это Ариадна. Вот так. Всякий, идущий на смерть, достоин почета, даже если он червь. Глаза смотри. Глаза смотри. Ладно, все. Вот это крючок. В это удилище. Итак, поднимаем его на 55 градусов. Плавным движением руки отпускаем героя. Все, прекрасно. Руки, руки! Тихо, тихо, тихо. Это же просто мой авторский метод обучения. Понимаешь, да. Всякий рыбак должен уметь... Смотри, 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 смотри. А, вот, тихо, клюет, да, клюет, да, это! Давай, 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 оп! Оп! Лови! Ой, лови! Ты хватайся! Ты лови ее! Лови! Ах, прости, боже. Рыбу хорошо ловить в одиночестве. Если... Алло. Алло, Денис? А кто его спрашивает? Девушка, а где Денис? Погоди, погоди. Алло. Алло, плохо слышно. Перезвоню. Пойдем рыбу ловить. А ты же говорил, что ты не любишь рыбалку. Почему? Не люблю? Я люблю. А какая разница, что я делаю? Главное, вместе. Правильно? А кто это был? А, по телефону? Да. Это... Ну, кто? Это сюрприз. Правда? Да. Сюрприз на свадьбу. Правда сюрприз? Слушай, а что за сюрприз? Ну, что, если я тебе расскажу, это уже не будет сюрпризом. Нет, правильно? Это будет, просто он будет раньше, он будет сейчас, а не потом. Это свадебное путешествие на Багамы.
Багамы? Багамы! Очень красиво. Прекрасно, теперь селфи. А чего, сделаешь фотошоп? Слушай, я в фотошопе, да, будет акула такая. Давай, говори. Вы даже не представляете, куда я еду! Да ты что, куда? На Багамы! В свадебное путешествие! А Денис? Рома, Денис, естественно, со мной. Что за шутки? Тихо, спокойно. Ну что, мы вас поздравляем! Слушайте, а какой смысл на Багамы? Вот Финляндия, пожалуйста, рыбалка. Почему нет? Ром, ладно? Ну, отфоткай нас вчера, пожалуйста. Оль, вставай. Дай. Оп. Губки. Давай. Гламур чистый, да. Все, 385 лайков. Ты что, ты можешь ответить уже? Ага. Из агентства опять звонят. Слушай, вообще ни по одному вопросу принять самостоятельное решение не могут. Какой вид должен быть из номера или там, ну что, на завтрак давай? Слушай, это же наше свадебное путешествие. Важны всякие детали, подробности. Давай я сама с ними поговорю. Нет, можно? Я все улажу. Я сам. Ну что ты? Сюрприз. Я быстро. Ева, давай, иди к нам. Пожалуйста. Алло. Да, связь ужасная, просто мука. Не слышно ничего. Я тебе звонила, но мне ответила какая-то женщина. Это кто? Ну да, это менеджер подошел. Подошла. Какой еще менеджер? Понабрали в колл-центр, теперь передают от одного к другому просто. Я говорю, мы разговаривали с менеджером про наше свадебное путешествие. Свадебное путешествие? Ну вот, а потом я поставил телефон и отошел. Куда отошел? Я говорю уже! Я везу свою возлюбленную в свадебное путешествие на Мальдивы! На Мальдивы? На Багамы! На Багамы! На Багамы? Куда угодно! Я ничего не понимаю. Что это значит? Невозможно говорить, связь ужасная, просто голова раскалывается. Перезвоню потом. Денис! Свадебное путешествие. А вы вчера с Ромой куда исчезли-то? Как тебе сказать? В двух словах ты не опишешь. Я так давно не веселилась. Ну, точнее, я никогда так не веселилась. Рома мне вчера такую экскурсию устроил, даже с шарадами. Слушай. 4 яйца. 3 головы, 6 ног. Это чего? Не знаю, Змей Горыныч. Сдаюсь. Медный всадник. Памятник Петру Первому. Всадник, конь и змея. Смешно. Вы что, только коня и посмотрели? Не, почему тут коня? Рома вообще копия Ева. Прирожденный экскурсовод. Ну, на стрелке Васильевского острова, конечно. Ну, конечно, и не только. Ну, да мы вообще под утро расстались. И что же всю ночь делали? А ты что подумал? Я ничего не подумал. Я вообще не думаю. Оставшуюся часть ночи, благодаря тебе, я занималась тем, что восстанавливала свое доброе имя, упорно объясняя Роме, почему я не прыгаю на первом свидании в кровать к мужику? А, да ладно, я так спросил просто. Слушай, ну а что, как тебе Ева? Ева как Ева. Нормальная. Нормальная? Это что, полный психологический портрет? Ну, обычная. Чуть не сдержанная. Рисковатая немножко. Ну, звезд с неба не хватает, но для этого у тебя есть Варя. Что значит для этого есть Варя? Я же должен выбрать. А чего ты бесишься? Ты же хотел сравнительный анализ. Я так понимаю. Ну, а твою вторую-то пассию я вблизи пока не видела. Ну ладно, сегодня увидишь. В смысле? Погоди, а я тебе не сказал, что ли? Нет. Слушай, я тебя забираю в 18:15. Форма одежды парадная. Куда? Новодворцев, я убью тебя. Куда? Куда ты меня тащишь? Ну,
Интересно, все эти люди на полном серьезе любят Равеля, да? Ох, дружище, если такие проблемы с Равелем сейчас, как ты с ним дальше жить собираешься? Да нет, я люблю классическую музыку. Я любил классическую музыку. Короче, я думаю, я с этим смогу справиться. У меня ощущение, что ты несколько присытился. Чё, что это за... Рекомендую вам силиконовые берушки, незаметно. Варя, Аня. Очень приятно. Очень приятно, но я не подаю руки. Это слишком хрупкий инструмент, который требует бережного отношения. Да, конечно. Прошу прощения. Денис так много рассказывал о вас. О, могу себе представить. Честно говоря, я ему объясняла, что вам может не понравиться концерт. Все-таки классика, она требует подготовки. Поэтому я нисколько не обижусь, если вы уйдете. Ну что вы, с господином Равелем на коротке. На коротке? Денис не говорил, что вы разбираетесь в музыке. О, Денис такой скрытный. А Аня вообще собиралась поступать в консерваторию? Не собиралась. Мама педагог музучилища, а я с детства мечтала летать. Не сложилось. Так интересно. Пламенный привет. Нижайшее почтение ценителям прекрасного. Это Аркадий, мой любимый и единственный дядя. А ты что еще здесь? Ну-ка, брысь отсюда готовиться. Проводишь? Конечно, сюда. Удачи. Аркадий, дя. Дя. О, очень приятно, Денис. Это Аня, мой второй пилот. Очень приятно. Денис, это шутка? Она производит впечатление первого пилота. Господа, может быть, присядем уже? Еле на ногах стою, три операции. Да? А? В зал? Да. Конечно. Прошу вас. Варина техника совершенно. За фантастическое глиссандо. Да, и за удивительную четкость, как ее глиссандо бравурно звучит в форте. Да, а в пиано это просто сама нежность. Вообще, арфа какой-то мистический инструмент. Что-то в древних мифах было такое. Арфа – мостик в загробный мир. Я так глубоко не заглядываю. А что вы делаете в воскресенье вечером? У меня есть два билета в театр. Это же приглашение. Совершенно верно. Я с удовольствием пойду. Я 1000 лет не была в театре. Сидите здесь, не двигайтесь. Не двигайтесь. Я сейчас. Я с удовольствием. Глиссандо, что ты себя изображаешь? Я изображаю. А кто? Это сейчас ты говоришь мне. Что, по-твоему, я должна была ответить? О, вариантов масса. Например, большое спасибо, что-то не хочется. О, скушайте тортик. Большое спасибо, что-то не хочется. А шампанского, Денис, хочется? Спасибо. Я предлагаю выпить за Анну. Прекрасный тост. Еще раз благодарю, все было прекрасно. Рада, что вам понравилось. А вы, похоже, понравились Аркадию. Передайте ему, что это взаимно. Уже поздно, я провожу до подъезда. Пока.
Ты что, всерьез запала на этого коновала? Господин Подворцев, что за лексикон? Как вы можете позволять себе такие обороты, тем более после такого концерта? Кольцова, ответь на вопрос. Даже если он не симпатичен. Ты же хотел устроить мою личную жизнь? Ну не с ним же. Почему нет? Интеллигентнейший человек. Пластический хирург. У меня много с ним общих интересов. Вон, полстраны театр любит. Ты что, теперь со всеми жить будешь? Господин Новодворцев, пройдите в автомобиль. Там вас ожидает невеста. Сейчас пойду. Короче, я бы на твоем месте не стал бы с ним встречаться. То есть не... Ну, бесит он меня. Давай так, твое мнение – это твое мнение, мое мнение – это мое мнение. И разлетелись. Угу. Ань, погоди. Ладно, бог с ним. Что Варя? Что Варя? Варя – он очень сложный человек. Возможно, даже непредсказуемый. Но таланту многое можно простить. Да, правда, моментами скука смертная. Ай. Погоди, а Ева? Ева – вечный праздник. Ева великолепна, феерична. Но есть один момент. Ань, ну я серьезно. Она такая непосредственная, что эта непосредственность иногда граничит просто с… Глупостью. Ты почему с глупостью? Нет, ну ладно, хорошо. Граничит неважно с чем, просто автономная непосредственность. Окей. Варя или Ева? Вердикт. Варя или Ева? Ева или Варя? Знаешь что, милый мой, я могу озвучить тебе только свое мнение, потому что выбор все равно придется сделать тебе. Знаешь почему? Потому что жить с ними придется не мне, а тебе. Удачи. Девочка. Кто? Что? Как ты меня назвал? Евой? Евочкой Евой? Ну, это… Ну, как… Первая женщина. Эй, ты же у меня единственная. То есть ты хочешь сказать, что я у тебя первая? Ну нет. Нет, ну не до такой степени. То есть, нет, если бы я знал, что я тебя встречу, я бы себя берег. Да ладно, ладно. Ты, в общем-то, тоже у меня как бы не совсем Адам, ну ты понимаешь. Нет, я догадался. Был у меня один змей-искуситель. Валерий Павлович. Преподавателем в институте, но он оказался женат. Такие руки у него были. Ну, что с ним стоит? Прекрасно, преподав. Ну, ты же не ревнуешь. Нет. Что ты? Нет. А если я скажу, что… Что за Адамом шли Авраам, Исаак, Авель? Николай и Августин. Ну, хватит, наверное, истории на сегодня, да? Сотворение мира.